Добрый день, дорогие друзья, подписчики, зрители, новенькие. Подписываемся, не забываем ставить лайки, писать комментарии. У нас желтая пресса деревенская, это обзор деревенских домов, которые продаются в деревнях Беларуси, демонтаж, строение, расчистка участков. Также вот телефон, контакты, вайбер, телефон, ватсап. Кто хочет сделать видеообзор своего дома, пожалуйста, пишите, звоните. Так, деревня Подлесье. Минская область, Слуцкий район. Дом большой, деревянный. Конечно, требует каких-то вложений. Без этого никак. В деревне Подлесье есть все, от слова все. То есть школа, садик, почты, банки, магазины. Все остальное, работа. Дом, видите, на каком фундаменте. То есть фундамент подштукатурить, под лавтость, и все. Стеклопакеты можно не ставить, можно эти окна применять. Участок соток 20 примерно есть. Посаженные озимые, пшеница или что тут? Что-то посажено. Участок не заброшенный. Полностью разработан. Также есть молодой сад. Ряд молодого сада, то есть уже сад садить не надо. Довольно так нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, штук 20 яблонь точно есть. Обрезаны, кстати, подрезаны. Вот, там вот, если через огород выходить, туда можно выйти. Там вот школа, садики в ту сторону. Сам дом такой. Понятно, здесь эта пристройка, она убирается. Бревно крепкое. Внутри я делал видеообзор. В предыдущих видео есть. Это как бы кратенький такой обзор на продажу. Куча песка еще лежит давнешнего советского. Обросла. Крыша, мы видим, на первое время хватит, но уже начинает раскрываться. Вон листа одного нет уже. То есть крышу нужно пересматривать. Цена на сегодняшний день $3000. $3000 торг. Хозяин сказал, ну, поторгуется. Конечно, 3 это не окончательная цена. Начинают с 3. Асфальтированный подъезд. Деревня жилая, большая. Вот такой вот домик. Так что спасибо этому дому, поедем в другую. Минская область, Слуцкий район. До Минска километров, наверное, 130, наверное, отсюда будет. Где-то так. Также рекламная пауза, отделочные работы. У нас есть укладка ламината, многоуровневые потолки, гипсокардон, шпаклевка, покраски стены, поклейка обоев, арки, ниши, откосы, электрика и другое. Телефоны, контакты у меня есть. Звоните, пишите, говорите от желтой прессы, будет вам скидочка. Обшивка сайдингом, отделочные, отделка откосов, обшиваем дома, фронтоны, крыши, установка отлива, монтаж, водосточная система. Дмитрий, вот так. Так что как-то так. Так что, дорогие диванные аналитики, разнесите чат, напишите комментарии, принимаем любые комментарии. Пока начнем скоро сортировать. За лучшие комментарии будут бонусы. Пишем, не стесняемся. Ставим лайки, пишем комментарии. Пишите, где кто еще хочет сделать видеообзор. Приедем, сделаем ваш видеообзор вашего дома, что вы продаете. Может, кто-то хочет купить. Тоже много информации есть. Звоните, пишите. Все, всего хорошего, до скорых встреч. Так, немножко по деревне проеду. Покажу вам, что деревня довольно жилая. Стоят добротные большие дома. У нас еще снег в Беларуси. Ну уже, я, кстати, сегодня видел аиста. Аисты прилетели, скворцы прилетели. Курочки уже червячка ищут. Ну, вот в деревне есть даже стадион такой, футбольное поле. Так что молодежи есть чем заняться. Кроме интернета и ТикТока, выйти в футбол погонять. Чтобы вы понимали, вот там вот дом находится, это я сзади заехал, дорога. И здесь вот буквально центр, вот там вот почта.
вот это вот школа. То есть здесь все в шаговой доступности. То есть можно через огород сделать тропинку, ходить даже вот сюда. Вот там вот этот дом находится. А здесь вот центр. Вот магазин большой. Вот этот поворот сюда, на эту улицу получается, где дом вот здесь. Мы уже выезжаем из деревни, здесь асфальтированные везде подъезды. Еще вот этот особняк кто-нибудь купил или продал. Стоит уже как памятник здесь скоро архитектура. Не знаю, стоит никто, ничего, никак. И тишина. Выезжаем мы из Подлесья. Здесь я вам хочу показать, здесь есть вот озерцо такое. Говорят, щука здесь есть. Даже не деревня, а агрогородок Подлесье. Довольно большая, то есть фермы. Вот она такая большая, то есть здесь есть где разогнаться. Залив, где щука, скорее всего, есть Подлесье. То есть если кого интересует рыбку половить, здесь рыбку есть половить. А вот деревня недалеко, можно на рыбалочку сходить сюда. А лес, лес, если ягоды, грибы, это вон в ту сторону. То есть не совсем, как говорится, близко, не совсем далеко. Ветреная погода, снег еще на полях. Всех с весной наступившей поздравляю. Так что спасибо этому дому, поедем мы дальше делать видеообзоры, пишите, звоните. Всем отличного настроения, дай бог здоровья, счастья и любви, и, как говорится, чистого светлого неба. До свидания, дорогие друзья.